Итак, приветствую, друзья, всем огромнейший привет, мир, добро, любовь и свет, всем привет, как дела? Что, понравилась песня? Кто это у нас был? Кто это? А, нифига себе, еще не до конца, что ли? Ну-ка. Блин, когда играет хорошая, классная музыка, даже выключать не хочется. Согласны со мной? Согласны. Ну что, пробежимся по новостному блоку. Сегодня понедельник, да, я сегодня с Макаренко еду. Надо будет в Адбис заехать. Очень спина пока у меня страдает. Но все, которые эти массажисты и все врачи, какие-то хитрожопые. Хитрожопые, вот так вот. Поэтому съездил там на Макаренко кое-куда. Короче, ну, сегодня уже это легче. У меня сегодня спина разболелась в 6 утра. То обычно там в 3 часа ночи, там, да, в 2 часа ночи. А это вот прям до 6. В общем, ладно, посмотрим. Короче, давайте пробежимся по новостному порноблоку. Что у нас хорошего, что у нас интересного? Что же у нас такого происходит? Что же такого у нас произошло? Короче, очередного малолетнего мопедиста без прав остановили сотрудники спецрота ДПС в центре Сочи. На улице Винограда не вывели мопед Honda Dio под управлением 16-летнего придурка. На место вызвали родителей и сказали: «Ты, падла конченая, вы что делаете, твари? Мы сейчас вас поймем, понятно, в отношении подростка». Полицейские составили административный протокол, часть первая, там часть вторая, звездец силам зла. Обслуживание и ремонт сплит-систем и кондиционеров. Вот так же такую рекламу дают. Блин, ну сейчас уже лето прошло, как бы, ну, блин, ну это поздно, это все равно, что сейчас, хотя нет, не знаю. Знаете, мне с какой рекламы? Вместо этого там была реклама другая. Была реклама, короче, этого, светского леса. И опять в светском лесе опять задизлайкали, опять поставили самое все худшее, ну, знаете, что такое, да, задизлайкали. Вот, короче, задизлайкали, и все, и поэтому поменяли рекламу. Прямо сейчас в районе Мацеста, сразу уголков города, видно несколько свечений, то ли в небе, то ли на горе. Короче, исходит, не знаю, местные жители видят это свечение впервые и говорят: нифига себе, нифига себе. Даже? Все. А, прихотел через островок безопасности проехать, Ашот на Тойоте Камри. И пусть идет, блин, в Ашотскую народную республику, и там нарушает правила дорожного движения. Согласны? Согласны. В микрорайоне Ареда локальный потоп мазафака, не знаю, чем-то в рот, короче. Ну, вот, ну, бывает такое, бывает, не без этого. Ну, что у нас? Следующее, что у нас еще? Короче, фигуранту стало плохо. В Сочи отложили заседание по делу хищения у дольщиков более 750 миллионов рублей. Нифига себе. И фигуранту стало плохо. Думает: нифига себе. Судья говорит: блин, говорит, ну а что он сейчас у нас сдохнет, и что, я буду виноват? И говорит: не надо, говорит. Ну, в общем, нормально, как бы. Там статья такая большая, но не стал я на это делать акцент. Что у нас еще? Короче, мстительного соседа задержали оперативники Лазаревского. 62-летний сочинец после очередного конфликта с соседом взял и сжег его ВАЗ-2106. Красавчик. Мораль-то басни такова: не ругайтесь вы с соседями. Не ругайтесь, пожалуйста, с соседями. Ну зачем вам это надо? Не нужно вам это. Не нужно вам ругаться с соседями. Короче, в Сочи заявили дело из-за использования персональных данных клиентов Вымпелком. Короче, Вымпелком у нас взял и персональные данные всем раздал. И в итоге получается, когда вас затрахивают звонками, там, банки, там, еще что-нибудь там, не знаю, там, предлагают вам резиновые члены, предлагают вам резиновые жилые комплексы, предлагают еще что-нибудь. Имейте в виду, что Вымпелком просто взял и вашу базу продал третьим лицам, и они начинают вас затрахивать. Вот так вот. Все очень предельно и просто. Ладно. Спасатели вызвали детей из лифта в субботу в 22:45. Оперативный дежурный служба. Короче, в лифте 10-этажного дома на улице Моторная, это поселок Лоо. И все. Вот так вот. Значит так, ладно, ползем с вами дальше.
В якорной щели в Сочи заморозили строительство отеля «Алиан Резорт Монтеверд Отель». А все почему? Ну, сами понимаете, это все-таки был детский лагерь, детский оздоровительный лагерь. И там, конечно, в комментариях был срач огромный. Даже я свои 5 копеек вставил. Ну, а куда деваться? Ну, что, мать не знает, отец не сдаст, и все. Ну, ребят, это только начало. Волна. Это. Еще скоро на Мамайке. Представляете себе, для человека будет сюрприз момент. Покупает по 2 миллиона рублей за квадратный метр, а потом раз, и оказывается, что незаконная стройка, и его посылают нахер. Потому что, видишь ли, а если он как бы будет настаивать на том, что надо как-то это все сохранить, то получается, что у нас? Получается то, что он будет у нас пособник. Точнее, будет соучастник. Представляете себе? Будет соучастник. Соучастник будет. Ну, прям соучастник будет. И все, и поэтому там даже никто рот не откроет. Нифига себе скорость. Знаете, какая скорость? 50 км в час у мопедиста. 55 даже. 55 км в час, представляете? Короче, аккуратно покупайте недвижимость. А то будете с голой слакой. Квартиры. Вообще, если честно, знаете, у нас в воскресенье вчера такой дождь был, такая шляпа была, такая жопа была. И я думаю, что, блин, страшно было. Ну, реально страшно. А еще страшнее, как передвигается вот этот, как его, ребенок на электросамокате. Смотрите, как он нагибает, да? Такой нагибучий. Вот этот обычный, а это у него необычный. Представляете, какая скорость, да? Но он реально 50 км в час в гору. В гору 50 км в час. Обалдеть, да? В гору еще и 50 км в час. Представляете себе? Можете себе такое представить? Обалдеть. Вот я говорю, я сейчас еду со скоростью 50 км в час, и он не отстает. Хотя, наверное, так удобно передвигаться, если не наезжать на линию разметки. Потому что на линии разметки можно немножко разложиться. Офигеть, да? А вот это маленькая скорость. Это по-нашему. Ой, смотрите, у него все мигает, все красиво. О, нифига себе, пробка рассосалась. Здесь минут 20 назад был вообще звездец Армагеддец. Я вам серьезно говорю. Минут 20 назад здесь было жестко. Слушай, ну я все-таки машину хочу помыть. Пускай машину помоет. Как-то самому даже неприятно. Согласен со мной? Согласен. Так вот, само собой, разумеется, еще раз повторюсь, сейчас взялись за детские оздоровительные лагеря. Хорошо будет, если детские оздоровительные лагеря перейдут у нас в государство, и ваши дети будут оздоравливаться. Плохо будет, если у одного собственника заберут, а другому дадут. Ты что, передумал идти? Ну да ладно. Понимаете? Ну, такая штука происходит. Сегодня загружу два домика. Один дом на Мацесте без ремонта. Один дом на Сергей Поле, который мне нравится самому больше всего. И загружу дом, который на Мамайке недорого. Там что-то за 19 миллионов, за 18, я уже не помню, за какую сумму. Короче, все это я для вас загружу. Потому что я смонтировал вчера. И посмотрим, что получится. Давайте посмотрим, у нас интересно. Автомойка сегодня работает, не работает? О, работает, нифига себе. Я думал, только я один больной придурок. А оказывается, таких много, да, которые в дождь моют свои транспортные средства. В целом все хорошо, все прекрасно. Тоже там общался с одной из девочек. Как бы она приехала, устроилась в компанию. И попробовал проконсультироваться. Хотел мне взять информацию, что бы ты порекомендовал из строек для инвестиций, еще для чего-нибудь. Я говорю, побойся Бога, какие могут быть инвестиции? Какие могут быть инвестиции? Я говорю, побойся Бога, говорю, пожалуйста. Какие могут быть инвестиции? Вот так вот. Правильно же? Какие могут быть инвестиции? Надо покупать готовые сданные. Поэтому и риэлторы сейчас на коне те, у которых есть хорошая, большая база
недвижимости, именно к готовых предложений с ремонтом, с техникой, с мебелью, и у которых есть цена как бы адекватная. У меня таких предложений много, у меня есть. В Несерских озерах есть самая недорогая квартира. Есть также у меня вариант в «Острые мечты», есть у меня вариант в «Альпийском квартале», есть у меня вариант в «РД-хаусе», есть в «Посейдоне». Это с ремонтом, с техникой, с мебелью дешевле, чем то, что вам предлагают ваши знакомые риэлторы, ваши земляки, ваши родственники, всякие разные там, чтобы вы там были царем, царем горы, где-нибудь там на Бытхе или еще где-нибудь. Потому что Бытхе, она по себе сама классная, но не северный склон. Всем добра, бобра и пока.